Достаточно также удобное приложение для просмотров сериалов на вашем Android-устройстве. Сериалов, естественно, с русской озвучкой. Оно таким образом выглядит. Видите глаз у этого приложения и простая лаконичная надпись «Сериалы». Вы открываете и выбираете нужный вам сериал. Не знаю, какой угодно. Допустим, этот запуск сериала называется «Стрела». Можете посмотреть библиотеку. Здесь, кстати, уже видите, разбивка идет по сезонам, по сериям и так далее и тому подобное. Но это ничего не добавлено в библиотеку. Закачки, обновления. Вот, допустим, когда мы щелкнули по этому сериалу, можно, не знаю, выберу цифру 6. Загрузка эпизода. Он мне предлагает, на каком качестве посмотреть сериал. Низком, среднем, высоком, английский, русский. Можно скачать, можно смотреть. Ну, в общем, ничего сложного нету, так что кто захочет, тот освоит.